дорогие друзья! Сегодня мы обратимся к христианской музыке Африки. Древность христианства в Эфиопии уникальна для Африки, однако в последние десятилетия христианство расцветает во многих регионах этого континента, причем число его последователей в некоторых африканских странах превышает число таковых в Западной Европе, той части света, которая крестила их. Западные миссионеры относительно недавно, около 150 лет назад, загорелись желанием обратить языческую Африку в христианскую веру. Как бы ни стремился миссионер уважать и соблюдать местные обычаи в области религии, он должен быть непреклонен. Ему следует осознавать и даже подчеркивать, что проповедуемая им религия противостоит существующей и призвана заменить ее. И местные религии стали отступать. В Кении, по оценкам 1900 года, 95,8% населения исповедовали местные культы, и только 0,2% были христианами. А к 1962 году их было, соответственно, 37 и 54%.